Все, уже у нас появились первые вот эти нарциссики в Лидле. Это значит, что весна наступила. И они вот такие палки я всегда покупаю. Раймов сперва мне говорил. Вообще он не понимал, что это. Думал, бамбук или какой-то аспарагус. А это, оказывается, нарциссы. Но они завтра уже будут красавцы. Они уже даже сейчас чуть-чуть вот набухли. Они... Мы их из магазина, когда взяли, они все были такие зеленые палки. Ну все, с началом весны, вот сегодня 26 февраля, когда появляются эти нарциссы, для меня это значит, что уже весна. Так что, с началом весны!